20 метров от дороги можно. Прямо 20. Все, короче, можно рубить. На самом деле, так бы прорвались. Так бы прорвались. Блин, ну мы ехали, слухали музычку, а тут бам, вылазим. Бомбят уже, все, бредля. Так а они с виноградом вообще переехали далеко. Не, я, знаете, я взял джавелин своего вот Гашика, да. Смотри, больше могли прыгать. Да, могли бы. Я бы, честно, мне там хотелось убить еще одну БДР, которая мне ехала. Да ты уже нацелился, и она начала нас обстреливать. Ты где она? Вот там микрофон снизу. Слушайте, а там по условностям разве с дороги камеры съезжать техники? Нельзя. Да, это далеко, он уехал. Там бродля метрах в 300 стоит от дороги. 150 метров от дороги. Я, наверное, этот, ребята, как мы с Тигром абсурд, микрофон, вырубите. Я этот, запишу видос, короче, я записал. Там пипец смешно так все. А как посмотреть, кого я убил? На в 3. Спасибо. На ГС, хочешь на Хаммер, чтобы подъехать к ним туда. Блин, жаль, что Бродля не стоит в горах. Блин, Бродля так клёво шьёт эту металлическую фигню на сквозь. А где это Бродля, который это? А вон.